Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о главных собачьих страхах. Чего боится ваша собака? Каждому хозяину обязательно нужно изучить страхи своего питомца, чтобы всегда быть готовым подставить плечо своему любимцу. Даже человек может вздрогнуть от раската грома, а собачий слух в несколько раз острее. Но почему питомец может напрячься еще до начала грозы? Дело в статическом электричестве, которое накапливается в воздухе. Некоторые собаки ощущают его через шерсть, а неприятное чувство покалывания может возникнуть у них задолго до грозы. Помимо этого, питомец может нервничать из-за перепадов атмосферного давления, что характерно для непогоды. Пережить стресс от грозы поможет уютное и безопасное место. Фейерверков собаки боятся не меньше, чем гроз. Главный пугающий фактор, конечно же, шум. Кроме того, собака может почувствовать неприятный запах или на время ослепнуть от ярких вспышек. Неудивительно, что в период новогодних праздников число потерянных любимцев стремительно растет. Услышав звуки салюта во время прогулки, они срываются с поводка и убегают. Стресс от посещения ветеринарной клиники состоит из нескольких этапов. Дорога, непривычная обстановка и медицинские манипуляции. Даже здоровому животному не понравится фиксация, прощупывание и уколы. А для заболевшей собаки все попытки ее вылечить выглядят как дополнительное мучение. Она вряд ли поймет, что ей стало легче именно после визита к врачу. А вот боль и страх она запомнит. Приучайте собаку к регулярным осмотрам и процедурам. Многие собаки могут бояться новых знакомств. Если страх или агрессия проявляются к отдельным представителям, переживать рано. Но если собака боится всех незнакомых людей или животных, пора бить тревогу. Таким образом может проявляться наследственность или травматический опыт общения. Никогда не ругайте и не наказывайте собаку за стрессовое поведение. Если собака ищет у вас защиты, физического контакта, не игнорируйте ее и не бойтесь успокоить, приласкать или поговорить с ней. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.